Союз «Молодые профессионалы» объявил топ-100 лучших колледжей, которые работали с движением WorldSkills Россия в 2019 году. 40 колледжей, вошедших в перечень, находятся в Москве. Это, например, Московский колледж архитектуры и градостроительства, колледж железнодорожного и городского транспорта и Московский технологический колледж. Также в рейтинг попали 13 учебных заведений Московской области, в том числе Щелковский и Раменский колледжи, а еще подмосковный колледж «Энергия». Кроме того, в списке есть представители Астраханской, Волгоградской, Кемеровской и других областей. Впервые за 3 года в перечень попали учебные заведения Липецка и Саратова. Все колледжи рейтинга получили сертификаты движения WorldSkills Россия. Основная цель этой организации — повышение квалификации специалистов рабочих профессий по всему миру.